В мэрии города прошло второе заседание технического совета – привлечь инвестиции и упорядочить выделение земли. Такую задачу поставил мэр Анапы Сергей Сергеев, инициировал создание коллегиальной службы. Так, инвестор, который выиграет конкурс на получение земельного участка, должен знать – характеристику объекта тщательно проверит технический совет. В техсовет входят специалисты администрации, архитектуры и руководители предприятий ЖКХ. Впервые мы подготовили заявки для получения технических условий и службам их раздали. И теперь надеемся, что в течение 15 рабочих дней, как предусмотрено постановлением губернатора, нами будут получены ответы, что существенно приведет к сокращению сроков в целом по оформлению землестроительного дела.